такая хорошая светодиодная линейка, не правда ли? И сегодня мы будем ее уничтожать, как это ни странно, несмотря на то, что она бесплатная. Кто смотрел предыдущее видео, вот те линеечки, и вот что с ними случилось поближе. Резисторы просто угрелись все. Они черные. Вокруг них весь стик стоит черный-причерный. И что самое интересное, я вызвонил на вот этой вот плате вот этот вот резистор, который отвечает за средний светодиод, сгорел. А сам светодиод целый. И внешне целый. И, по-моему, он и звонится нормально. А вот на вот этой вот один остался жив, а вот эти два светодиоды дохлые, резисторы живые. И в этом видео мы будем убивать вот эту линейку. И самое интересное в ней, что здесь каждый третий не работает. Дефект пайки. Чей-то. И, в общем-то, сейчас мы ее будем уничтожать. Какие светодиоды останутся живые, я потом допаяю вот здесь, вот может быть, и сравню их свечение с теми, которые остались целы. Приступим. Эта планочка уложена в снег, осталось ее подключить так, блядь, чтобы контакт, сука, не соскакивал. Контакт, блядь, просто лучше некуда. Вжух, и наше говно светится от 12 вольт. Ну что же будет, если дать побольше? Сука, камера засвечивается, ну ладно. Что же будет, если дать сразу? А, кстати, смотрите, снег немножко проводит ток. Что будет, если дать 24? Оно сразу начало дымить и вонять. Смотрите, какой дым. Ух, как те светодиоды-то сейчас ярко загорались. Слушайте, они загораются и загораются. Видите, слабенькие. О, один сдох. Блядь, давайте закроем. А тут такие, блядь, благовония тут стоят. Ой, ёбаный контакт. Давай. Так, сейчас они остынут и станут опять белыми. Но мы сразу добавляем жару. Причем один слабо светится, он не догорел, как будто. Или это резистор, блядь, опять сдох. Фу, самые крайние белые, остальные все синие. Ждем дальше. Что же будет? Странно, что не вспыхивает огнем изоляция провода. Потому что там температуры, блядь, стоят хорошие. Сам провод на зарядке по-прежнему остается холодным. И смотрите, последние светодиоды держатся белыми. Эти все синие. О! Трубик. Погас полностью. Тот, который правее, все еще горит. Дымит и дымит, ебаный в рот. Труп. Не держится. Труп. Умирают диодики наши. Блять, вот последние, сука, горят и горят. Оп. Умерли. Да, вторая часть получилась гораздо интереснее. А я ее еще сжечь не хотел. Хотя у меня еще одна рабочая есть такая. И маленькие две еще есть. И нормальная светодиодная длинная лента есть, но ее и убивать точно не буду. А эти все горят и горят. И лежат они, кстати, на снегу, и вот так вот интересно, снег проводит ток, что те светодиоды, которые плохо пропаяны, которые линейка третья, она чуть-чуть светится. Так, а эти, походу, дохнуть не хотят. Что ж, давайте убавим, подождем, когда остынут, и вернемся. Я вам хочу одну интересную вещь показать.
Сейчас я, пока они остывали, контакт успел пропасть. И смотрите, вот тот вот светодиод, который был темным, он светит в полную яркость. Он охуел, не правда ли? И сейчас они снова стали все белые. Давайте дадим снова 24 вольта. Опа, он опять стал темнее. Да что же это такое? Это что там, резистор такой чудной, что ли, стоит, блядь, у него? Сука, холодно держать телефон, блядь. И ведь дальше никто дохнуть не хочет. Я не знаю почему, но эти оказались довольно-таки стойкими, особенно последние. Средние все сгорели, первые две. В общем, смотрите, я считаю так, первые троица, вторая троица, третья троица, четвертая, пятая. Первые две троицы по одному сгорело, третья сгорели все, ну, кроме незапитанных. Четвертая, пятая все живые, но у четвертого странный резистор. А вот самый-самый последний синеет. И самый первый синий. Будет ли мясо или не будет? Вот в чем вопрос. И те, которые якобы сгорели, кстати, они... А, или это не они? Они, короче, чуть-чуть светятся. На видео это видно после второго, который работает. А, нет, это не сгоревшие. Это обесточенные. Вонища. Нет, что-то они не хотят умирать. АБПшника на больше, чем 24 вольта у меня сейчас под рукой нету и не было. Есть от принтера на 32. Но там сила тока очень маленькая, и сам блок далеко. Хотя он есть и не один. И, кстати, снег вокруг растаял. Жаль, этого не видно без вспышки. Ну что ж, я не знаю дальше, что делать. Пауза. Блин, ребят, я не знаю, что так хорошо проводит ток. Тут провод недопаян вот этим, который плохо светится. Тут реально не пропай. Но сейчас они светятся в пол накала. Хотя вот они уже вот так вот лежат, не совсем на снегу. Ну что, давайте дадим жару еще раз. Эти сразу стали слабее светиться. Да и что-то все, блядь, не хотят они умирать. Только вот самый первый слишком ярко горит. Ладно, наверное, на этом все. Больше я не вижу смысла снимать. Все самые слабые уже сгорели, самые стойкие остались в строю. Хотя вот они синеют. И вот самые дальние, которые сначала лежали в снегу, сейчас синеют. И сейчас ничего не охлаждает, они просто синеют, висят на весу. Возможно, сейчас они сдохнут. Синие-синие. Эти нет. Эти белые. О, один сдох. Один сгорел. Те нихуя, те работают. И, по-моему, планка сама прогибается. Смотрите, как они уходят под снег. Светится сам снег. Это очень красиво. Это надо даже сфоткать, как сам снег светится. В общем-то, думаю, все. Тут я продолжать не вижу смысла. Они не дохнут. Хотя дождемся, когда сгорят те.
Но за закрытой створкой, а то я, блядь, еще заболею. О, красотень просто. Хотя, нет. Не дождусь я, когда они сдохнут. Всем пока. Уж извините, мне холодно.